Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Совалмаш. У нас сегодня в гостях Ярослав Старухин, «Глобальная волна». И он в момент съемки осуществляет съемку. Поэтому видео, которое получится у него, вы можете посмотреть на канале «Глобальная волна». Сразу, с козырей. Да, хорошо. Ярослав, мы вас сегодня пригласили, собственно, с какой целью? Вот в формировании части краудинвестинга проекта «Совалмаш» вы приняли непосредственное участие и рассказали огромной аудитории, а я проверял, это сотни тысяч просмотров, между прочим, на вашем канале этих видеороликов. И огромное количество людей узнали о проекте, узнали о возможности его осуществления, о том, что можно принять участие в этом всем. И вот, собственно, что вы чувствуете, видя то, что находится за вами, и вот во что вы попали? Дело в том, что подобное развитие было заложено в момент создания глобальной волны. То есть я понимал, что среди нас есть люди, которые имеют что предложить обществу, но в меру природной стеснительности, цензурированности пространства, ложных мнимых социальных авторитетов, люди не имели выход на что-то. И пришла идея, что вот эту цифровизацию, благодаря которой мы сейчас вот снимаем, использовать во благо. То есть снимать вот таких вот одиночек, единицы двигают цивилизацию вперед, и выкладывать в сеть. Потому что есть также единицы, которые ищут таких единиц, желающих вместе соединиться. И вот благодаря каналу «Глобальная волна», это впечатляет только потому, что это металлоконструкция, это большая территория, да. Огромное количество людей объединились и создали сообщество. Здесь вот металлоконструкция построена, а у нас за плечами уже построены сообщества, поэтому я очень рад, что инструменты взаимодействуют, а моя деятельность стала полезна и материализуется в практических делах. Это круто. Ну, это действительно прекрасно. Мне нечего добавить в этом контексте. Но вот есть один интересный момент. Существует такое мнение от некоторых вот людей, я его периодически слышу, о том, что тяжело поверить определенным проектам, тяжело поверить в чью-то идею, в возможность ее осуществления в каких-то реалиях, которые существуют там в мире, еще где-то в сложившейся там экосистеме и так далее. И о том, что все бесполезно, не нужно ничего делать, а какой смысл? И вот все-таки, на мой взгляд, тот проект, который вы сделали, именно «Глобальная волна», он рассказывает об огромном количестве возможностей. И вот проект «Совалмаш», вошедший вот в эту историю «Глобальной волны», доказал своим существованием то, что выстрел был произведен. Причем этот выстрел настолько контрольный, что прям в голову и аж вот все выросло на глазах. За 70 дней Вот эта махина, не побоюсь этого слова. И вот действительно, это очень здорово, что есть такие платформы, которые вы создали, в том числе, где можно рассказать о идее, о мыслях по ее реализации и приступить к конкретной работе. Спасибо. Вот. За это вам огромное спасибо. Я Лаверды. Шоколад не выпьешь, как говорят. Спасибо, на хлеб не намажешь. Что хотелось бы сказать, дорогие друзья, что вот это здание строится 5 лет. То есть я был бы не я, если я не стал бы дальше развивать тему. Ну, правда, не 5, поменьше, но тем не менее. Операторы «Совалмаш» могут выключить камеры, но «Глобальная волна» будет продолжать и вам все покажет. Что я хотел сказать, дорогие друзья, напомню, что «Глобальная волна» – это проект по созданию предпосылок перехода цивилизации на новый виток развития. Я увидел, что среди нас есть люди, которые совершили и имеют закрытые патенты на деконцентрированную автономную энергетику. Это означает, что мы можем расселить мегаполисы, создать новые средства перемещения в пространстве. Создание этого производственного комплекса, с моей точки зрения, или опережающего футуриста такого, анахронизм, потому что нужно создавать летающие тарелки. Вколачивать миллиарды в песок, в бетон. Это, дорогие друзья, вчерашний день. И смысл в чем? Что вот в малом объединении оно показало, что возможно построить здание. Небольшое здание. Что такое это здание в масштабах планеты? О, ничто! А у нас задача объединиться по всей планете. Прорывные технологии, говорят ученые, могут прийти в нашу жизнь только в мирных целях для всех. И политики,
военные никогда не будут идти этим алгоритмом. Только свободное гражданское общество может услышать, о чем идет речь, и объединиться в новые социальные нейросети, позволяющие нам быть онлайн на коммуникациях друг с другом. А такие проекты, как частные решения в рамках действующего законодательства, исторического момента, действующего производственного комплекса, создание кластера производственного, объединительного, культурно-исторического, образовательного и так далее. Потому что когда есть территория, есть крыша, там может быть какое угодно направление в рамках действующего законодательства, дорогие друзья. Только в рамках действующего законодательства. Вам слово. Ярослав, пользуясь случаем, вступлю с вами в дискуссию, да, ну, положительную и дружескую. Вот вы сказали, что 5 лет, да, ну, здесь я уже немножко поправил, меньше, чем 5 лет. На самом деле строительство идет с того момента, как мы получили разрешение на строительство, а было это не так давно. Но... Поясню, я, насколько знаю, мы не будем слушать долгую историю, вы можете зайти все на канал Маши и посмотреть все подробности. В двух словах, мы находимся в колонии, где действует колониальное управление. И это здание могло быть построено еще года 3 тому назад. И только бюрократические проволочки, оформление паспортов, сертификации и так далее, и мнимая как будто бы помощь государства. Дорогие друзья, такие здания должны строиться за полгода, если мы хотим быть передовой страной. И это возможно. Поэтому меня расстраивает, что долго не по вашей вине, я понимаю, а той конечно. Системе, в которой мы находимся. Но... И я рад, что я приехал, есть возможность на широкую аудиторию об этом сказать. Потому что сейчас огромное количество депутатов, и нету ни одного депутата, ни одного кандидата, ни в президенты, никуда, которые говорят о свободной энергетике. Только Талибан сказали, мы списываем все долги. Все проценты по долгам списываем. И, кстати, они приглашают инженеров к себе. Я задал вопрос юристам. Дорогие друзья, а если российский инженер, исследователь, напишет в правительство Афганистана, будет это считаться правонарушением или нет? Талибан же это... Да, запрещенная организация. Запрещенная организация. Вот парадокс, дорогие друзья. Но мир белого ислама, а Талибан это цвет белый на флаге, это истинного ислама. И Андрей Петрович Девятов, это маленькая политинформация, и вшиваем новые пазлы, чтобы не только Соф Элмаш смотрели, а смотрели, что мир гораздо шире. Есть китаевед Андрей Петрович Девятов. Говорит, что мир вгоняют в некую оружейную фазу, потому что Талибан может войти в конфликт с другими, не будем называть, с другими структурами. Это может быть оружейной фазой. И что мы можем этому противопоставить, если есть некий планировщик, который, ну, манипулирует на планете? Только правду, только открытость, оборудование пространства там, камерами, то есть как это все там происходит, как вы это дело отображаете, ну, по пути прозрачности вы пошли, и объединение. Потому что нужны сервера для того, чтобы хранить видеоматериал. Например, конечно. Например. И где его? В арендуемом дата-центре или же на собственной земле с подведенными оптоволоконными каналами и так далее. Так вот, возвращаясь к дискуссии, я хотел немного рассказать о миссии Совалмаш. По большому счету, на самом деле, вот это здание – это продукт работы. Это не цель проекта, это задача проекта, которая необходима для реализации цели проекта. И в ходе вот, решения цели проекта, это как раз-таки получение прибыли за счет коммерциализации технологии. Ну, звучит с точки зрения современного мира, это логично. Что-то производится, что-то разрабатывается, делается для получения прибыли. Но на самом деле, для того, чтобы это было осуществимо, стоит напомнить, что вот это проектно-конструкторское технологическое бюро. С 80-х годов, насколько мне известно, подобных сооружений не было создано. И когда мы создавали проект, проект этого здания, это не потому, что хотелось сделать что-то уникальное, а потому что это необходимо. Это необходимо для формирования определенной школы, это необходимо для формирования инженеров, для специалистов, молодого поколения и так далее. И все это стало возможно благодаря объединению не даже малой группы людей, хотя, может быть, конечно, в формате всего шарика это и малая группа людей, но сотни тысяч людей сейчас вовлечены так или иначе в проект, они за ним следят, наблюдают и участвуют. Поэтому вот это начало. И впереди нас ждет очень много работы. Это не просто начало. Как говорит Андрей Петрович Девятов, это прививка духа, дорогие друзья. Потому что это произошло только благодаря тому, что сотни, тысячи людей произвели действия. Сначала подумали, включили мышление, анализировали, критиковали. Потом
изыскивали возможности, рисковали, верили, присутствуют в этом. Так что спасибо вам, что вы являетесь реализаторами тех проектов, которые мне посчастливилось запечатлеть и сохранить для истории землян, как это было на самом деле. Вам спасибо за возможность рассказать об этом землянам. Собственно, я думаю, что наше видео уже должно подойти к своему логическому завершению, потому что необходимо выполнить еще ряд работ и приступить к созданию следующего видео, в котором мы расскажем о том, что же будет дальше. Так, сегодня число у нас, подведем итог. 15-е, нет, или 16-е уже даже? Сегодня. Вот сотрудник Совалмаш. 17-е. 17-е. Это очень хорошо. Отстаете от жизни, что ли? Нет, понимаете, просто когда погружаешься в рабочий процесс, ход времени, он замедляется. По ощущениям. Но не всегда по факту. Итак, дорогие друзья, 17 августа 2021 года. Совалмаш вот в таком состоянии мы зафиксировали. Да, ни разу здесь не были, впервые прибыли на площадку. Дмитрий Александрович позвал, говорит, ну не похвастаться, но говорит, ну приезжай, зафиксируй наши промежуточные результаты. Все, на этом стоп снято, дорогие друзья. Ну и вам спасибо за внимание, уважаемые зрители. Обязательно приходите на канал Ярослава, посмотрите, так сказать, вот это видео, которое продолжает записываться. До новых встреч, пишите свои комментарии, что скажете об этом формате.